Сирии в прошлом году по меньшей мере 1200 христиан убито за веру. 30% церквей разрушено. 600 тысяч христиан бежали из страны. Такую информацию представили в Вашингтоне делегаты христианских церквей Сирии, приехавшие по приглашению фонда Варнава. Нет никакого сомнения в том, что гибель христиан в Сирии не является случайностью. Христиане не просто жертвы, набирающие силы гражданской войны. Мотивированные идеологией исламизма боевики-сунниты преследуют и уничтожают не мусульман, прежде всего христиан. В качестве примера целенаправленных убийств христиан епископ армянской церкви из Дамаска Армаш Налбандия привел инцидент с убийством двух христиан из автобуса, остановленного повстанцами. Боевики выделили среди пассажиров христиан, их казнили, а их головы принесли показать остальным пассажирам. Преследования христиан в Сирии сейчас достигли таких масштабов, что угрожают самому присутствию христиан в стране, заявил пастор пресвитерианской церкви Риад Жаржур из Хомса. Представители христианских церквей упомянули об огромном влиянии, которое оказывают на развитие конфликта Саудовская Аравия, Турция и Катар, посылающие в Сирию джихадистов. Делегаты также отметили, что в рамках поездки в Вашингтон никто из американских политиков никаких конкретных обещаний им не дал.